Всем привет, дорогие друзья, точнее доброе утро. Сегодня мы снимаем интересную съемку для компании Vacuum Украина. И сейчас идем на первую локацию, в кафешку. Хотя у нас всего две локации будет, поэтому сейчас снимем в кафе, а потом перейдем на улицу. Разложили свет, пока поставили, поскольку эта кафешка, она сейчас работает, не закрывается, то нам нужно максимально здесь все аккуратно выглядеть, пока две подруги, отражатель, и все, короче, это работает, мы и сотапимся. Слушай, хотели бэкстейдж озвучить, давай как раз пару секунд есть. Ну нахер. Что тебе надо? Что ты снимаешь? Мы работаем, видишь? Путь лица. Трудимся. Снимаем. Ты фигней страдаешь. Что ты фигней страдаешь? Иди работай. Что ты смотришь? Что ты это смотришь? Зачем ты меня крупно показываешь? Пыль протри. Закончили почти все единичные кадры, сейчас будем все штатичек снимать, распаковку самого планшета. А там уже как пойдет, может быть, по-моему, кусок. Оу май! Что ты смотришь? Смотрит он здесь. Ты запись включил? A few moments later. A few moments earlier. Ты понял, ты сейчас от... я зубну, ты подожди. Оттуда снимаешь. А, снизу сюда. Еще? Ну давай. Фу, привет.